Час пик, очередь к банкомату, подойдя к терминалу и торопясь, а потому зачастую, не обращая внимания на надпись на экране, гражданин вставляет карточку и оплачивает чей-то счет мобильного телефона. Это новая схема хищения средств, с которой столкнулись банковские сотрудники и полицейские. Клиент под видом проведения операции, не заканчивая ее финансовым платежом, освобождает место около устройства самообслуживания, отходя в сторону. Следующий клиент, подходя к данному устройству, вводит карту в устройство самообслуживания и вводом пин-кода подтверждает платеж, который совершал клиент до него. Этого мужчину задержали в офисе банка в центре Саратова с поличным. Вот он подходит к банкомату и, не завершив операцию, уходит. И так несколько раз. Пришел, снял деньги, его задерживают. С чего подозреваете? 158-я. Ты знаешь все деньги? Конечно. 18 октября 2018 года оперативными службами задержан гражданин по подозрению в совершении хищения с банковского счета через банковский терминал. Возбуждено уголовное дело по пункту УГ части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Гражданин задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Максимальное наказание по данной статье – 6 лет лишения свободы. Между тем, представители банка говорят, в случае хищения – следствие невнимательности граждан. Прежде чем провести операцию, необходимо прочитать надпись на экране терминала. Перед началом совершения операции обратите внимание, что устройство самообслуживания, его экран, не предлагает вам завершить операцию, которая была начата не вами. Для более убедительности, что это именно так, – нажмите кнопку «Отмена» перед началом совершения операции. Основное окно ввода операции должно начинаться с «Введите карту» и «Введите пин-код». На встрече с представителями службы безопасности банка руководством городского управления МВД выработаны методы, направленные на борьбу с мошенническими действиями. В настоящий момент в рамках оперативно-профилактической операции «Антикриминал» задержаны несколько подозреваемых. Устанавливается их причастность к совершению хищения денежных средств в разных районах Саратова. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Вести, дежурная часть, Саратов.